Терри гоняет попугаев малых, я видела. И больших. Я, чтоб с Марселем поиграться, Терри. Так, не кричите. Пепита. Попугаи летают, да, Терричка? А ты никого не поймала? Вот бедная собака, не может никого поймать. Тяжело ей. Они все пролетают так быстро, да, Терри? Дразнят собачку. Просто сильно дразнят. Что-то летает туда-сюда, туда-сюда. Я тогда далеко так не пойду. Вот это Элвис полетел. Эй, так в чем дело? Никого не могу сдавать. Как собаке вот это жить, а? Ужас. Вымотали мою собачку. Так, не кричите. Специально издеваются над этой Терри. Терри, иди сюда. Терри. Будем... Вообще нет, что Марсель кастрюлю открывает. Интересно, правильно впечатление или нет? Встать, что ли? Попробуй. Что ты уже принесла с кухни? Что ты уже нашла? Кусок печенья? Кусок хлеба? Тель. Хлеб украла. Я думаю, что ты не возвращаешься? А? Ты такая голодная? Кто там по кастрюлям все лазит, а? Дай кусочек хлеба. Отдай. Ну, сейчас будет вся хата в хлебе. Ну, что ты такое, а? Сейчас еще лиса увидит хлеб. Терри, не могла поймать его? Теперь у нас все в хлебе будет сейчас. Поделиться, ладно. Делиться надо. Делиться надо. Чарли хлеб никому не дает. Нет. Сам нашел, сам раздобыл. В Марселе научился. И теперь, говорит, это мой кусок хлеба. Так что... Я добыл, что без кем-то делился, да, Чарли? Три хвостика машет. Говорит, дай кусочек. Нахрен еще та штука. Вот так. Вот так. Терри чуть не забрала. Но...
Чарли дразнит, ужас. Давайте еще над Тиффани поешьте. Видите, как хочет лиса спать? Я не, вообще не до вас. Тут у нас борьба, везде у нас борьба. Это очень серьезно, серьезно. Знаете, когда человек вот это сам раздобыл, вы же знаете, как это вкусно. Сам заработал. Разбудили так и Тиффани. Давайте, делись, Тиффани, уже. Делись, говорю. Надо было не будить ее. Ну, тут у нас серьезно, да, тут серьезно. Не отдал. Мне кажется, Чарли уже все раздобыл. Забрать его будет реально тяжело. Со всех сторон враги, оказывается, есть. Надо ловить, а не лису. Тиффани с перепугу запрыгнуть не может, можно подумать. Она не хотела запрыгнуть, она хотела запрыгнуть и выхватить кусок хлеба, но не вышло, потому что улетел. Пойдем искать, где он. Пойдем искать, где он. Пойдем. Вообще улетел. Ой. О! Кажется, Тиффани достал. Тиффани, забирай быстрее. Быстрее, быстрее. Быстрее прячь. Фух. В общем, Тиффани заслужила. Не кричите, сейчас она его зароет где-то тут. И все. Так что Чарли проиграл. Тиффани победила. Вот это голодная. Да страшно голодная. Вот так раздобыли себе коня. Еду, ну сейчас Чарли, наверное, заберет. На этом тоже веселой ноте заканчиваем свою работу. Да, Чарли? Ой, ты моя голодная, 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 кушай. Никто не забирает.